Всем привет! После прогулок на свежем воздухе так и хочется оказаться в тепле и уюте. А если сильно продрогнешь, принять горячую ванну. Если старая ванна релакса не приносит, самое время ее поменять. Тем более, что некоторые сайты предлагают этот предмет сантехники по привлекательной цене. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем приобрести новую ванну, стоит разобраться, как она будет использоваться и где стоять. От этого будет зависеть форма и вместительность, требования к практичности и уходу. Ведь каждая поверхность имеет свои нюансы при чистке, обладает разной стойкостью к повреждениям и воздействию высоких температур. Чугун – воплощение надежности и долговечности, а низкий показатель теплопроводности позволяет длительное время поддерживать комфортную температуру воды. Хрупкость чугуна компенсируется толщиной стенок. Такая сантехника способна прослужить 50 лет. Существенным недостатком чугунных чаш является их вес, что вызывает трудности при транспортировке и установке. Чугун склонен к коррозии, поэтому долговечность ванны будет зависеть от качества эмали. Акрил – искусственный материал на основе полимеров и карбоновых кислот. Технология изготовления позволяет придавать акриловым ваннам любую форму с плавными, прямыми и изогнутыми линиями. Изделия получаются эстетичными и стильными. Для усиления конструкции стенки армируются стекловолокном. Дешевые изделия с малой толщиной стенок слишком гнутся под нагрузкой, а более толстые стоят дорого. Сталь – практичный материал с удачным сочетанием положительных качеств. Он легко приобретает нужную форму с идеально гладкими поверхностями, на которых не накапливается грязь и бактерии. Конструкция обладает прочностью при небольшом весе и точной геометрии, поэтому установка ванны занимает минимум времени и под силу домашнему мастеру. Но эмалевое покрытие склонно к повреждениям под действием абразивов и химических средств, требует аккуратности при уборке. Остановимся на самых популярных сейчас акриловых ваннах. Ванна из акрила не требует особого ухода. Чтобы очистить поверхность, достаточно мыльного раствора. Акрил легко реставрируется с помощью специальных составов прямо на месте. На сайте «Самара-центр» акриловую ванну фирмы «Марка Пиккола» сейчас можно купить со скидкой за 19 140 рублей. Размеры 150 на 75. Страна-производитель Россия. Гарантия 15 лет. На том же сайте ванна «Марка Диана» продается за 28 050 рублей. Размеры 170 на 105. Страна-изготовитель Россия. Гарантия 15 лет. На сайте «Лунда» асимметричная ванна «Ренова» фирмы «Гиберит» сейчас продается за 26 616 рублей. Произведена в Швейцарии. Материал изготовления – акрил. Размеры 150 на 100. Объем 205 литров. На сайте «Озон» акриловая ванна «Марка Диана» размерами 160 на 100 сейчас продается со скидкой 4429 рублей. Сейчас ванна стоит 26 570. Ванна угловая и нестандартной формы, выполнена из акрила. На сайте «Сбермегамаркет» акриловая ванна «Акватек» сейчас продается со скидкой в 13% за 15 570 рублей. Объем 290 литров, размеры 170 на 90. Ванны отличаются и по способу монтажа. Пристенные устанавливаются вплотную, как минимум, к одной стене. Обычно открытую внешнюю сторону такой ванны закрывают декоративными панелями или закладывают керамической плиткой. Встраиваемые монтируются в углубление в полу или в специальном подиуме. Имеют определенные требования к интерьеру и подводке сантехнических коммуникаций. Отдельно стоящие устанавливаются в любом месте комнаты. Имеют красивые внешние стенки, монтируются на пол или на ножке. Такая ванна выглядит изысканно и современно. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.